всегда имеем команду. Замечали такое? Человек умеет хорошо рассказывать встречу. Это человек, который в рейтинге чеков является. Это человек, который вообще по щелчку пальца может включить человека. Это успешный человек? Ну, успешный лидер? Да, успешный. Почему? Почему? Может включить хорошо человека, включить лидера любого другого сетевика, например. Для меня, я говорю, для себя, да? Дальше, сейчас скажу. Отличие лидера и наставничества, да, скажу сейчас. Так. Лидер шикарно может проводить встречи, организовывать мероприятия, собрать команду, заработать чек. Это успешный человек в рейтинге чеков? Согласны со мной? Сейчас вы поймете. Успешный наставник научить может. А было такое, что вы входите, например, на маникюр, мастер хороший, а научить не может. Кто видел таких людей? Успешный лидер в своей отрасли может делать хорошо ногти, например, прически, но учить не может. Кто таких видел людей? А кто сам иногда чувствует, что таким является? Понимаете, да, о чем? А кто не понимает, о чем я? Хорошо. Сейчас объясню, Лиза. Что такое успешный лидер? Например, если могу сказать, что мои лидеры, они даже могут быть где-то успешнее, чем я. Например, встречу провести. Если мы сядем с Ланой Шалимовой, например, Лана Шалимова шикарнее, чем я, проведет встречу. А Марья Барыгина, да она вообще заметит так, что таким аргументом я буду махать просто, чтобы умнее казаться. Понимаете? Она успешный лидер в проведении встреч, успешный лидер в проведении презентаций, мероприятий организовать, как Лана и Амалия, например. Но успешным наставником является кто? Который может это передавать. Лен, ты согласна в этом? Что лидер может когда передавать, это успешный наставник. Не всегда успешный лидер – это успешный наставник. Человек – успешный наставник, который умеет создавать отношения в своей команде. Быть дублицируемым. В нашем бизнесе очень важно быть не самому быть успешным, а научиться передавать это дальше. Вот кто понял мою мысль? Я хочу сейчас включить видеоролик и дальше вот эту мысль раскрутить. Лен, тебе понравилось? Все. Хочу видеоролик включить «Карате пацан». Кто смотрел этот видеоролик? Мне так настолько нравится. А кто не смотрел? Обязательно посмотрите. Я там кусочек сейчас...